красота-то какая! Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Добрый день! Нина! Нина? Нина! Очень приятно, Нина! Очень приятно! А мне товарищ Сахар зовут! Очень приятно! Очень приятно, да? Да! Послушайте, а мне о вас ваш дядя очень много рассказывал, знаете? Что вы комсомолка, спортсменка! Я вижу, что вы очень сильно красавица, да? А? Только меня все знает! Дядя у вас молодец, да? И вы очень большая молодец, красивая такая. Перед этим делали концерт с скрипками Кременчуга, да, это был оркестр, и поэтому классическую музыку мы уже пробовали. Конечно, нам было интересно попробовать что-то другое, это первое, а второе, под Кавказскую пленницу, мы, ну, как-то не видели оркестр, если честно, да, какое-то более такое классическое исполнение, поэтому, ну, и мы хорошо знаем коллективы Полджем, они нам очень нравятся, поэтому решили вот так вот посотрудничать. В принципе, не было каких-то огромных размышлений, там, доводов. Это вот просто такое веяние души, ни больше, ни меньше. Почему именно «Кавказская пленница» вот для вас? Ну, на самом деле, все гораздо проще, чем, возможно, кто-то думает. Мы перебирали несколько тем. После «Титаника» это были и драматические по типу «Хатико», и «1+1», вот, да, по фильму. Были и другие комедии. Ну, во-первых, «Песок» никогда никто комедийно не представлял, да, не соединял с актерами, не соединял вот с музыкой. Я знаю, что где-то были попытки, а вот так вот соединить его в комедийном жанре, да, изобразить, мы не пробовали. Вот так вот листали вообще все комедии, решили, вот давай попробуем комедию, давайте попробуем. Листали, смотрели «Кавказская пленница». Ну нет, пролистали. Потом вернулись. А вдруг? А такие же герои, да, мы так любим этот фильм. Да и все люди любят этот фильм, да. Ну как бы оно произошло само по себе, потому что мы знаем, что это комедия любима всеми, разные возраста, ее любят наши бабушки, наши папы, мамы, мы любим. Я думаю, что наши дети тоже будут любить. Наша дочка тоже обожает эти фильмы, поэтому, в принципе, такой достаточно средний выбор, то есть, ну, на то, что нам нравится, и мы надеялись, что понравится людям, ни больше, ни меньше. Что следующее покажете зрителям? Ну, у нас сейчас будет такой небольшой перерыв, потому что меня, как песочного художника, пригласили на международную выставку в Азербайджан. Мы поедем как представлять Украину. Вот в этом году там компания, которая занимается этим Шухер, они проводят вот ежегодно, это 4-я международная выставка, там собираются все Европа, там Азия, ну очень-очень много интересных художников, вот, и мы полетим, надеюсь, успешно представим нашу страну достойно, и вот мы сейчас, конечно, после концерта будем сразу же сосредоточены на работе, там, над картинами, над экспозицией, которую мы туда повезем, и надеемся сразу после этого уже приступим к новым концертам. Какие мы еще думаем? У нас много задумок. Мы поняли, что мы можем и танцевать, мы можем и актерские туда вставлять, мы можем и разную музыку играть, потому что когда чем мы больше только... всего нового будет, тем лучше. Да, да, да. Ну вот мы сделаем такой небольшой перерыв, а потом будем что-то думать, я думаю, на осень, уже там где-то на октябрь месяц, скорее всего. Ну, я хотела добавить, что вообще разговор у нас, что может быть, у нас получится такой совместный социальный проект. Я не знаю, как у нас по времени там может быть, но у нас есть авторская композиция «Молитва за Украину», то есть это будет совершенно уже другое направление, тут комедии в сторону. Вот, это «Молитва за Украину» на музыку Авы Марии Шуберта. Вот, и Таня может изобразить не может, это. Да. Да, то есть мы об этом уже говорили, о том, что это может быть действительно интересный социальный проект, который тогда уже можно представить и где-то в сети. Наташа переделала эту композицию на украинский язык с тематикой нашего времени, да, что происходит в стране, что происходит в мире. Соответственно, дала мне послушать, там есть очень интересные моменты, которые я уже вижу в песке, и мы хотим сделать такой видеоролик красивый на эту тему. Ну, это так, по умолчанию в любом случае сделаем за лето, конечно. Я думаю, что в ближайшем будущем. Ну, а концерты посмотрим ближе к октябрю. Да. Ну, и мы собираемся, я думаю, с этим концертом еще куда-нибудь поехать. Мы планировали в теплые какие-то места нашей Украины летом повозить этот
самый концерт в несколько мест, еще думаем, куда. Ну, такие у нас остались немного теплых мест, это Одесса, Херсон, может быть, на Западную еще съездим. Вот так вот.